Всем привет! Всем привет! Вы на канале Рыжий Данька. Что сегодня у Даньки? Сегодня у Дани, ребята, вот такой пиратский набор. Здесь у нас и корабль, и пираты, и даже есть остров, да. И сундук с сокровищами, да? Да. Будем открывать? Да. Ну, давай. Так, давай-ка его вот так открываем. Да-да-да-да. Полностью все вытаскивать. Ого, тут сколько всего много. Так, коробочку ложим. Значит, смотри, вот остров. Это, Данька, остров. Ребят, вот такой вот остров. На острове у нас сейчас тут будут целые события происходить. Так, сейчас мы отвязываем сам кораблик. Вытаскиваем там всякие штучки эти. Вот такой кораблик. Тут и флаг, и парус, да? И все это какое? Пиратское, да, Данька? Вот, а еще здесь есть лесенка вот такая, есть настоящий штурвал. Вот, ребят, вот такой кораблик. Вот так он выглядит, вообще супер. Даже якорь есть. О, как интересно. Вот такой. И пушка. Ты-тыщ! Из пушки, да? Так, кораблик. Есть у нас пушка. Пушку мы ставим на остров, да? Вот сюда. На здесь будет пушка стоять. Так. Пушка у нас непростая. Даня, смотри, есть вот такие два снаряда. Это два ядра. Нужно зарядить пушку и выстрелить по врагам. Да? Еще есть бочки. Бочки это для водички. Есть сундук с золотом. Он у нас будет стоять вот здесь. Вот, вот таких два пиратика. Можно мне пиратика второго я покажу, Данюш? Давай деткам пиратиков покажем. Вот такие вот пиратики классные. Данька, ты пиратика одного штурвала поставил, да? А давай второго мы поставим вот сюда наверх, смотри. И он, когда увидит землю, он будет кричать: «Земля! Остров!» И они туда зайдут, чтобы набрать вот в эти бочки водички. Ой, он у нас, кажется, с высоты упал только что. Ничего себе, теперь у него сотрясение мозга. Он у нас упал с высоты. Ай-яй-яй. Давай, мы его не будем сбрасывать. Так, а чтобы остров у нас был не пустынным, давай с тобой установим. Вот такие деревья, кактусы какие-то, тут пальмы. Ну, все как положено, да? А давай, знаешь, что сделаем? Давай пушку поставим не на сам остров, вот сюда, а на острове установим вот такую вот подставочку для оружия. Кстати, ребята, у пиратов в этом наборе вот такое оружие есть. Что это? Меч. Есть вот такая вот, я не знаю, что это, сабля и лопата. Лопата для чего? Чтобы клад закапывать, да, Данька? К острову подходит корабль, а на острове пушка. И сейчас будет стрелять пушка. Ты-тыщ! Давай зарядим нашу пушку. Она у нас непростая. Она у нас заряжается вот так. И вот так выстреливается. Ой. У нас, кажется, куда-то улетел снаряд. Где наше ядро? Все, на место. Дань, что ты хочешь мальчикам и девочкам сказать? Удачи. А еще что? Дайте пальчик. А тебе нравится твой набор пиратский? Ага. Ага, классно. Мне тоже он очень нравится. Есть лесенка специальная, по которой сходит у нас на берег пиратик. И пиратик идет на остров. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Подожди, ой, он увидел пушку, он пытается убежать. Убежать, потому что сейчас будет кошмар. Ай-яй-яй-яй-яй. Второй пират, да что ж такое? Второй пират вообще где-то тут валяется у нас. Так, давайте второго пирата скорее за штурвал. Отходим, отплываем. А, все. Данька, прям у тебя точное попадание по кораблику. Ну все, это кошмар. Смотри, ты попал снарядом сюда, у нас упал пират. Ну падай, пират, падай уже. Да что такое, застрял. Ну все, упал. Этого пирата мы с тобой сразили. Ну что, стреляем еще? Да. Давай. Плывет наш кораблик, плывет. И тут, что у тебя? Да. А, он запрыгнул? Да. Это он просто случайно от удара, такая волна была, чужая от удара, и он так вот как раз и выпал, да, за борт? Да. Ну, понятно.
плывет наш кораблик, плывет. И хочет зайти на остров. А ты знаешь, что у него тоже есть пушка? Он тоже, кстати, стрелять может по твоей пушке. Как? Так вот. Тыш, 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 тыш. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал. Да, Данил? Дайте мне лайк. Да, поставьте Данюхе лайк. Мы сейчас идем Гидлам Син. Всем пока-пока. Как Данька машет пока?